Вот молодое поколение. Скажите, пожалуйста, пару слов, что вы думаете о безвизе? Не знаю, я ничего не думаю, мы никуда не планируем ехать, поэтому почему? Ничего не думаю. А почему в молодые годы не собираетесь никуда посмотреть? Потому что денег нужно много, у нас столько нет. Поэтому... Вы учитесь? Нет, мы работаем. Ага. И все равно денег нет. И все равно денег нет. Ясно. Ладно, удачи вам, хорошего дня и заработать побольше денег. Спасибо.